И всем привет, мои дорогие друзья, подписчики и зрители моего канала. Меня зовут Александр, и продолжаю играть в Conan Exiles. И сегодня мы пойдем в пещеру. Пещера не пещера. Крепость Клаэля. Написали мне в комментариях, что доспехи богоборца находятся именно там. Так почему бы не сходить? Пещера жопушная, тяжелая. У меня есть прокачанный раб Берсерк, вполне нормальный. И что? И единственное, что мне нужно будет хавки сделать. Так, вот тебя добавим в список. Тебя уберем из списка. Кстати, я тут побегал, я кошку себе прокачал до 10 левела. Если я ее найду, я покажу, где она. Вот, если я ее найду. Так, ну-ка, отходи. Где я бегал? Ой-ё, красота. И где она? Где ты что-то по базе шерстила опять? Вот она, блин, бегает. Шерстяная морда. 10 левел. И у нее ухоженность плюс 5. К живучести. Господи, я не знаю зачем. Но пускай будет. Да, она, кстати, не хочет за тобой бегать вообще никак. То есть она сидит, ты можешь убежать далеко-далеко. Но экспа все равно ей тикает. Ладно, а мне что нужно из хавки? Мне нужно что-нибудь из хавки. У меня вообще был эликсир. Я, кстати, вообще их изучал, не изучал. Эликсиры на всякие уроны, все в таком духе. О, да, вот они. Склянка с водой. Пудра морозного лотоса, но это вроде бы надо просто измельчать ее в ступке. Ну, вроде бы как. И надо посмотреть, что мне вообще нужно. Для этого мне нужно будет сделать их каждую. Ну, кстати, есть же такая штука, как амброзия. И у нее, как видите, урон силового оружия. Даем один. Использовать. Так. Не хочешь есть? Уже за каждые 3 секунды. А, это будет еда. И после того, как она схавает, допустим, вот это вот, это может и сброситься. Не хочешь есть? Один уже... Что? Что-то как-то непонятно. Да, я тут шмотки ей одел все мои. То есть, себе состряпал такой сет. Давно уже хотел. Тут добрался до верстака. Такой, о, точно. У меня там все закаленные слитки лежали. Ну, в общем, весь лут лежал там. Оставалось только состряпать, а тогда у меня не было броника. И, кстати, у него получается... Броник у меня стоит, который вес уменьшает, что ли. Ладно, неважно. Что, как, да где... Но точно мне надо будет эликсиры делать. Потому что они будут хавать, и возможно собьется именно вот это все. Поэтому тут уже надо будет без вариантов делать вот эти вот все порошки. И уже пробовать эликсиры. Так, все порошки. Вроде бы все лотосы, которые у меня были, я поставил на изготовление. Отлично. Очень много костной муки, которая мне нафиг не нужна. Но у меня было очень много костей, которые мне нафиг не нужны. Поэтому у меня очень много костной муки, которая мне нафиг не нужна. Ой, я их не доделал. О, теперь все правильно. Так, ну и давай посмотрим, что там у нас вообще. Эликсир. Я сразу говорю, я не хочу возиться вот с этим, с вытягиванием души, с эликсиром, как какой-то где-то эликсир, который сбрасывает статы. Я прям что-то вообще с ним не хочу возиться. Даже не помню, где он делается-то. В общем, не важно. Я с этим возиться не хочу. Возможно, придет время, я этим займусь. Но не сейчас. Ключ, вернись на место. Так, и давай смотреть, что вообще я могу с ним делать. Серого лотоса у меня нету.
эликсир зоркости. Так, у меня склянка воды. А где они у меня? Они вроде бы у меня у повара лежат. Но это не точно. Да. Кстати, водичку забрать. И давай состряпаем все эликсиры, которые я могу. И посмотрим, что из этого выйдет. Что мне пригодится. Так, у меня нету серого лотоса. Вот это и прикол. Эликсир сиру. Вот это мне точно не нужно. Это переносимый вес. Но так как уже сделалось, то почему бы нет. Морозный лотос больше никуда не нужен. Морозный лорд, черный лотос и серый лотос у меня нету. Вот это прикол. Так, ладно, давай сделаем. Вот это. Дальше. Так, здесь у нас просто из цветочка делается. Окей. Это не могу. Вот это могу. Вот это могу. И, по сути, все. Ну и вот это давай сделаем. Так, а что-то я там одно могу... О, почему не сделалось? Так, и давай смотреть, что у нас в итоге вышло. Так, урон спутника плюс 12%. Это нужно мне юзать. Доспех плюс 50%. Это, по сути, и мне, и не мне. Урон оружия для проворных. Это вообще не нужно. Ну, хотя можно заюзать. Так как, если что, я буду использовать кинжалы. Я взял с собой кинжал, где они, где, вот. Для того, чтобы накидывать кровотечение. Там будет чемпион арены и накидывать кровотечение. То есть на всех, кто не скелеты, будут накидывать кровотечение. Ну и переносимый вес, это как бы логично. В итоге, короче, мне нужно вот это. Да, ну в общем, из того, что нужно, мне там нужен черный лотос, серый лотос, которого у меня, естественно, нету. Ну ладно, если что, у меня есть команда Home. Сдриснем оттуда, если что-то пойдет не так. Здесь сейчас у нее заюзан эликсир. Это... Ой, вот этот эликсир. Эликсир свободы. Просто решил проверить, юзаются они или нет. Да, юзаются. И, кстати, давай посмотрим, юзаются ли вот эти эликсиры. Да, и сразу же автоматом он заменяет, как я уже сказал, то есть, если что, она захавает эту еду. То есть, вот эту вот свою кашу захавает. И должен эффект Митры... А, нет, слушай, он не закончился. Только что кажется... А, из-за того, что у меня здоровье-то это, поэтому... Да. Окей, ну-ка. И давай посмотрим характеристики. Нет, все так же 1 ОЗ раз в 3 секунды. Какого фига, черт его знает. Ладно, пофигу, разберемся с этим, что, как, где. Ага, сейчас самое главное это что? Правильно. Не тупить. Куда мы идем? Куда мы идем? Мы идем вот сюда. Так, отлично. Да, мне писали, типа, возьми танцовщицу и так далее. Будет скверну снимать. Это прикольная идея. Честно, прикольная идея. Но для этого надо тогда танцовщиц именно этот. Ну, то есть специальных. Нужно будет томить, во-первых, именные, чтобы были. Тихо-тихо-тихо. Вот, во-первых, чтобы именные были, и во-вторых, чтобы у них характеристики были подходящие. Так. Поведение. Тактика. Держать позицию. Хватит вблизи. Это понятное дело. Я просто не туда залез. Ведение боя. Охранять меня. Это будет, думаю, намного удобнее. Тем более, сейчас мы бежим в жопушную жопу, где будет все пытаться тебя убить. Вот, поэтому это... Вот только единственное, что...
Я взял топор. А по скелетам в случае не будет типа какое-нибудь оружие на дробление больше урона наносить? О, как бы логично, скелет, все дела, раздробляются, косточки и все в таком духе. Ну, как думаете? Вот, это вот я и задумался. А, ну а чё, у меня же есть дробление? Раздробление. Есть у меня раздробление. Ой, тихо, тихо. Ну-ка. Вот так вот. Муха тут летает. Сорян. Она меня бесит. Пытался поймать. Ладно. Не важно. Ничего, скоро холоды настанут, они все сдохнут и шли в спячку пойдут. Ой, как же они меня бесят. Это Машка мушная. Ай, ладно. Кстати, давай посмотрим, что у нас здесь. Увеличение урона, доспех. Увеличение урона это свой дефолтный, доспех. Ну-ка, вот, давай вот это заюзаем. Почему за 1 в секунду? Я думал, что кажется, она как-то побольше здоровья накидывает. Ну ладно, неважно. Такс. А мне нужно заюзать вот это. Вот это. Ну и давай, для проворных насрать вообще пофигу. Переносимый. Ага, заюзал я все. Какой для проворных? Дебил. У меня же, получается, юзается только какой-то один. Логично? Логично. Урон для проворных. Вот это мне не нужно, вот я тупой. Главное, для спутника я додумался, что эликсир только один юзается. Для себя не. Но, благо, у меня их два. Вот. Теперь все правильно. Вот, урон спутником увеличен. Я надеюсь, это надо на себя было юзать. Очень надеюсь. Так, где мы вообще находимся? Уху, клево. Прикольно, то есть у нас вот в этой территории. Ну, теперь мне объясняется, почему вот здесь-то ничего не построено. Типа на этой территории у нас находится данжи. Вроде бы здесь тоже что-то где-то. Или это было серверное, или это... В общем, тоже там что-то было такое. Ну, на халяву урон в пустоту. Отлично. Ой, да ты забагался. Красава. Так. Конечно, экспа в пустоту уходит. Ну, а что поделаешь? Я здесь никогда не был. Хотя нет, вру. Я был, я сюда зашел такой... О, круто! И убежал. Потому что мне что-то было очень сыкотно здесь находиться. Поэтому давай-ка вот пройдемся везде, по всем уголкам. И будем смотреть, что здесь вообще есть в целом. Не надо бить меня. Я и ответить могу. Так, с них всякие слитки металла дропаются, так что... Ну, слушай, нормально так гасит по нему. Отлично. О, так все замочило. Красава. Так, а можно спросить, ты где его замочил? Или подсказать, где его труп? Пожалуйста, может там что-то было хорошее, нужное? Так, где это, что это? А, слоновые кости. Нафиг эти стрелы. Ну, нет, так нет. Опять-таки же, я повторюсь, я играю на рейтах. На рейтах играется всегда, естественно, легче. Не-не-не. Так я точно не найду. Но они где-то здесь сражались. Вот. На рейтах по добыче, на рейтах... Не по урону. По урону это уже жопошность. Рейты экспа? Добыча? Откройся! Погнали. Оо! Клёво. Здесь, если я правильно помню... Надо в каждую комнату заходить.
вас нет. Ага, все понятно. Надо в каждую комнату заходить и в каждой комнате что-то фармить. И потом что-то откроется. Если это не так, то это как минимум тупо с моей стороны. Так, здесь ничего. Так, назад ты откроешься? О, назад ты открываешься, отлично. Ну, погнали, глянем, может, заспавнился. Не, не появился труп, ну и насрать на него. Так, с этими библиотеками я ничего не могу сделать. Здесь тоже ничего. Это получается первый. Здесь ничего. Здесь вот второй проход. И три. То есть они просто вот, опять-таки же, по логике, это вот три цвета. То есть мне туда сходить. Возможно, вот это вот типа потом откроется, потому что это. Ну, здесь вот видишь две, а здесь всего лишь одна. И вот это вот смахивает, как будто бы она откроется, когда я вот это все дело активирую. Возможно, не факт. Черт его знает. Погнали! Погнали, посмотрим. Начнем с чего-нибудь. С чего-нибудь это со скелетов. Ну, хотя под одного с размаху я замочил. О, добило. Да, надо было все-таки не так... Ну, хорошо, хоть такую дубину додумался взять. Так. А интересно, где черепочки? Стоят какие-то непонятные. Ладно, собираю все с них. Нифига себе. То есть труп еще может быть свежий. А, ладно, пофигу, короче. Так, интересно. Здесь ничего не активируется. Да? Ну, по сути, да. Здесь больше ничего нет. То есть это просто чуть-чуть было стража. Ладно, погнали дальше. О, здорово. А ты что такой жирный? Сейчас, погоди. Я говорю, что погоди. Отлично. Вот. А вот теперь уже интереснее. Так. О, что-то тут... Что-то там появилось хорошее. Так, давай-ка попробуем тебя добыть. О, кровь демона. Пойдет. С вас только скелетики дропаются, это я знаю. А, что-то мне здесь дропнулось. Бляс. Кстати, про какой-то кром говорили. Интересно, где он дропается, этот кром? Оружие для побоев... А, покоев! Творца воин. А, из... Ой, бляха, муха. Вроде выспался, а вроде бы нет. А несу всякий бред. А, ладно. А что у нас делает? А, оружие из покоев Творца Воин. А, это покои воина было. Окей. Так, кстати, монеточки. Тоже нормально. Давай все это тут здесь обшарим. О! Не, ну хорошо, серый лотос. Но в сундуке тупо один цветок серого лотоса. Спасибо, конечно. Но как-то непонятно. Здесь у нас по краям монетки идут. Окей. Монетки, это пофигу. То есть, что их можно чеканить? Ну, на халяву пригодится. Так, в итоге, что у нас? Средняя рукавица. Это все фигня. О, точно. Вот, что я хотел дануть. Ты у нас... А ты у нас что вообще тогда такое? А, ты у нас меч. Угу, ты у нас меч. Окей. Оружие силовое накладывает скверну. Ну, не знаю, пробитие доспеха. Ладно, мое в любом случае получше будет. Так, 258 ДПС.
А с этим у меня топором весь урожай. Ну там немножечко получше. Ладно, давай попробуем. Че уж, зря выбил, что ли. Так, лук мне точно не нужен, а вот кинжалы мне пригодятся. Не сейчас, но потом. Так, ну и что? А что? Кстати, а что тут? Невозможно забраться, это понятное дело. Не-не, не надо перемещаться никуда. А что делать? У меня аж ничего не дропнулось такого дополнительного. Не, это у меня было. А, статуэтка творцовой. Вот это, наверное, и есть. То, что нужно будет там ставить. Ну да, я чисто вот по этому квадрату бегаю. Вперед! Мой бравый воин. Кимерийский берсерк. Так. Выходим отсюда. Вы активировали ловушку. Я получаю урон. У вас нет предмета, который сюда подходит. Вы активировали ловушку. Ага, во, отлично. Ну, только прикольная статуэтка. А, статуэтка углубления в... Ну, все отлично. Эту статуэтку я поставил. Она же у меня исчезла? Да, она у меня исчезла. Статуэтку поставили? Хорошо, погнали дальше. Погнали в красную комнату. Ну, если там также будут скелеты, то, опять-таки же, с моим оружием это не сильная проблема. Уж тем более с моим воином это... Ого! А здесь уже что-то другое. О, еще серый лотос. Это хорошо. А, это я сюда зашел. Я подумал, я вот в эту зашел. Ой, я тупой. Так, давай смотреть, что у нас здесь. О, фрагмент реликвий. Фрагмент реликвий это всегда... Фрагмент ключа? Интересно. О, прикольно. Окей. Ага, значит, еще вот это надо собирать. Вау. Отлично. Здесь ничего. Здесь обычный лут. В общем, трупы лучше на всякий случай обшаривать. А то мало ли. Вдруг этот фрагмент будет не в мире валяться. Конечно, еще бы трупы разбирать лучше, но я думаю, есть смысл разбирать только трупы боссов. Ну, то есть, если что-то дропнется, то дропнется с них. Кстати, а нафига мне два предмета? Просто я решил сначала один прокачать этот... Факел. Алтарь, потом второй алтарь, и вот все в таком духе. Вот, поставил факел, потому что так явно получше видно. По углам, что творится. Ой! А ты такой прикольный. Ой, нифига себе, ты что дурной творишь? Чтоб больно было. Но опять-таки же повторю, да. У меня слишком жесткий воин. 29 урона, просто 29 урона. Если что, никаких рейтов нету. На урон, на броню и так далее. О. О, нормально крови демона. Пускай будет. А, вот на добычу, да, рейты, конечно. Я что, мазохист, что ли, играть вот этого? Я уже задолбался играть с такими рейтами. Так, пророчество ведьмы. Манускрипт написан на самом... Расходник, эликсир. О, это эликсир. Ну, это как бы вот то же самое, что вот это.
Эликсир свободы и пророчество о рождении ведьм. Но заюзаем его зерно. А, во, кстати. А может, фрагмент ключа был не там, потому что вот... Обычно, да, жемрийский. Просто обычно вот эти вот это, я лутаю, это язык я изучаю. Студенты архивария. Хорошо. Так, лазить я, естественно, нигде не могу. Ничего заюзать не могу. Так. Вот так. Уже намного лучше видно. По углам, по закоулочкам, монетки. Здесь ничего нету. Прикольно, конечно. Выглядит как кровать, а по факту это для них стульчик всего лишь. Да. О! Всякая фигня. Не знаю, сундуки рандомно спавнятся в местах или нет, но... Вот у меня они здесь. Скажем так. Но наверху ничего нету. А что тут было? А, камень был. Ну, бог с ним. Ну все, валим отсюда. Но! Вот у нас три комнаты. У нас три комнаты. У меня резонный вопрос. У меня два резонных вопроса. Первый. Почему, если у нас три комнаты, то статуэток, точнее, нужно 6? А второй, где моя статуэтка? Они временно, что ли, работают? Да ну нафиг, ты серьезно? А нет. Или временно? Ничего, обратно туда идти. Ой, ладно, короче-то лучше не будем лишнюю ничего там жать. Потому что если мне их придется несколько раз фармить, чтобы один раз пройти, это как минимум тупость. Ну, слушай, прикольный. Меч прикольный получается. Накидывают вещи, то есть их тормозит. И я тем самым буду помогать своему воину. Тем, что торможу этих козленышей. Ну и да. В таком костюмчике мне явно подходит только меч. Шпага. Хотя не, меч все-таки подходит больше. Ладненько. У нас есть, ничего у нас нет. В центре у нас просто лужа крови для жертвоприношения. Кстати, немножко нелогично, она бы все равно бы начала бы сворачиваться, и она бы уже бы не была лужей, и она бы уже давно бы высохла. Но как бы, но как бы, вот и все. Ладно, больше ничего нету, больше ничего нету. Погнали дальше. И вот ты. Ах ты, нифига себе у тебя расстояние-то. Ладно. Вот это точно уже будет лучше. Отлично. Так, у меня... О, касание йога. Ага, 60-64. Сминание считаю, скверное оружие. А, ну, это по сути как берсерк. Хоть, но он даже и выглядит как берсерк. Хотя не знаю насчет урона. Так, здесь у нас... Вообще прям ничего. Еще один лотос. А не лутается ли он случаем только с данжей? Этот серый лотос. А? Вот это мне интересно, кстати, воду хотел набрать. Забыл воды набрать.
Но все равно сейчас домой буду возвращаться. Это уже интересно. Я про то, что статуэтка исчезла. Это мне сейчас что получается? Нужно будет еще раз загонять? Не, с чего я вообще без понятия, как это работает? Вот реально, я без понятия, как это работает. Не хотелось бы, конечно, еще раз гонять. Но что поделаешь? Кстати, ну давай подойдем. Смотрим еще что-нибудь, она как-нибудь. Ключ от внутреннего святилища. Окей. Это понятное дело. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, ну загоняем, может он заспавнился, что вряд ли. Евстевстве в одном. Ну, значит что, уходим из пещеры и по новой заходим. Хотя можно даже до холма сгонять. Но мне больше интересно, у меня сейчас статуэтки, надеюсь, что не исчезнут. А, до холма еще и перевес. Ну ладно, мы выходим из пещеры, посмотрим после перезахода, что как где. Но мне тогда, получается, нужно будет еще не один раз, а еще два раза. О, а это заспавнился уже. А, прикольно. То есть, а это уже, от этого я так далеко отошел, что он уже заспавнился. Так, этого сейчас надо будет самому завалить. Для чего? А вдруг в нем что-то дропается? Адекватное и нужное для пещеры. А в нем просто тупо труп исчез. А, осколок силы. Ну слушай, осколок силы тоже хорошо. Мне они, конечно, не нужны, в том плане, что это для очков таланта, но это тоже хорошо. Кстати, а ты как разбираешься? Ну да, ты как обычный скелет. О, подожди. Берегись ловушек. Я Шева из Кофа. Ну, понятное дело. Это просто письмо о том, что... Типа, о, здесь я не был. О том, что ловушки здесь, короче, такие, что туби кранты. Так что давай вот без этого. Если увидишь мои останки, то беги с этого гиблого места, потому что сдохнешь ты. Если уж сдохла я, то сдохнешь и ты. Ну, вот, например, так вот. Да, содержимое не заспавнилось. О! Красава. Ну, отлично, погнали, выходите из пещеры. Сейчас только вот здесь еще гляну. Мало ли, мало ли, мало ли. О, отличненько. Фигня. Фигня. Ну а, сундуки. Это все хорошо. О, подожди-ка. Не скрижаль. Эх, жаль. Ай. Ну ладно, погнали на выход. И по новый вход. Естественно, только перезаходишь, они сразу же спавнятся всем. Ну, потому что очень на большое расстояние тебя телепортируют сразу же, поэтому с этим как бы проблем нету. То есть они это со спавном проблем не будет. В общем, надо пройти еще почти два раза. А, прикольно. Здесь какое-то копье выпало. Морглун. Оружие беспокоит творцевой. Длинное, скверно, оружие. Ну, то есть силовая пика. Прикольно. И, кстати, да, это помощник. Всего лишь навсего помощник творца воина. Но тоже хорошо. Я же всякого говны опять понахапал. Сколько крови? На 100 веса. Ну, точно перебор. Кстати, сколько эти статуэтки весят? По одиночке. Нормально. Есть еще и шапка и эликсир.
Так что домой телепортнемся. Наступила ночь, нифига не видно. Это прям раздражает. Приходится с факелом бегать. Ну да. Опять взял фрагмент. Ну, точнее, фрагмент ключа так и остался. А это я здесь именно язык, словарь, так сказать, нашел. Откуда у меня вот это вот, как там, обломок ключа или как, фрагмент ключа? Какие без понятия? Я реально без понятия. Откуда у меня дропнулся? Кстати, это ж троны. Прикольно. И здесь троны. Типа какая-то переговорная. Но темно нафиг ничего не видно. Бесите меня. Просто у меня одноруч. Точнее, с факелом только одноруч используется. О, еда. Пускай будет. Хотя и спруски тоже. Темный краситель. Ай, да все, давай. Но не все. О! Этот случай мне точно такая же дубинка, которая у моего раба стоит. А нет, правосудие Митры. Легендарная смена нечто, грабеж, оружие. Интересно. 20 пробития доспехов, 28. А у тебя 2... О. Ой, 60, как бы 20. А, интересно. Вот здесь еще и грабеж какой-то. Собрание оружия. Кровь в виде священный рун. А, прикольно. То есть она еще и от яда меня избавляет. Типа, если я траванулся, то вместе с ней я быстрее от яда избавлюсь. Ну, возможно, прикольная штука. Возможно. Прикольная. Так, что у меня по статуэткам? Не хватает еще Творца Воина. По логичной причине. Я ее заюзал. Поэтому мне нужно сходить, можно так сказать, еще раз сходить в пещеру. Точнее, перезайти в пещеру и сходить только к воину. То есть, блин, что он, они задиспавнились, я не знаю. У чувака на видео, а он такой говорит, да, я уже здесь был, я статуэтки уже, типа, ключи уже поставил и, типа, нормас. И заходит дальше в пещеру, думаю, ну вот я как бы без зазрения совести-то и поставил ее. Че они меня задиспавнились, кто бы знал. Ну ладно. В любом случае, давай наберем full set и уже там будем разбираться, что, когда, где. О, кстати, не заспавнился в этот раз. А, прикольно. Но мне же лучше. Так, теперь у меня есть все статуэтки по две штуки. Здесь у нас раз, два, три, четыре, пять, шесть. Ну да, по сути у нас есть все. Вы активировали ловушку. И а теперь надо посмотреть, что вообще сюда требуется, потому что что-то это, ну, поставил я их три. А там типа просто в какие-то, понятно, их просто в какие-то места было. Это шипы, насколько я знаю. О, а вот и тот труп, то кто это писал текст. Типа, если найдете мой труп, то, короче, все плохо. Да, прикольно. Хыдыш, хыдыш, красава. Ну, то есть, у меня, короче, сейчас тут это на второй заход есть, да? Кто бы знал. О, давай сюда заглянем. А что у нас здесь? Здесь у нас ловушечки. А тебе пофигу, да, на ловушке? Это хорошо. Так. Кстати, надо перевязаться. Почему перевязаться? Потому что пока что тихо и спокойно, можно и перевязаться. Эликсиры всегда успеем заюзать. У меня здесь есть хорошие эликсиры. И есть не очень эликсиры. В первую очередь, юзать, которые не очень эликсиры. Невозможно вскарабкаться. Ну да, дальше и никак.
Здесь уже ничего, здесь ничего. Здесь нету. Ничего по углам не заныкано. Угу. Здесь тоже ничего не заныкано. Ну, погнали вниз. Конечно, паутина даже виртуальная раздражает, если честно. Ой, ё, в твою же за ногу. Кайф. А, это прикольная штука, это я знаю. Уии! На нафиг. Просто лучше на нее приземляться, но все-таки повыше и меньше урона нанесет. Так, давай. Я просто должен был показать это. Вы и так знаете, но я должен был это показать. Это клево. Как видите, ловушки это хорошо видно. У меня вот эту вот смущает полоса. Непонятная, конечно. Так, не, нифига, давай еще заюзаем. Вот, это единственное, что меня смущает. О, ключ от внутреннего святилища. Прикольно. То есть я вот эти вот вставил, и вот как раз у меня это ключ вот этот дался. Отлично. Возможно, это просто баг текстур. О, подожди-ка. А это случаем не мина какая-нибудь? Да! Мина. Ну, ожидаемо. Так, здесь у нас это, здесь у нас это. Окей. Да, конечно, было бы прикольно, если бы он бы не яд снимал, вот эта вот дубина, а скверну. Вот, это было бы прикольнее, явно. Тихо! Часть я сказал про яд, да? Говорю, прикольно, чтобы это... Не-не-не, яд тоже прикольный. Особенно в этой вот... Вот, все, сразу же ушел. Это хорошо. Вот, кстати, так-то. Вот так. Хоп. А, не, может, и это... Может, он и так уходит. Но я сейчас тут все нафиг разминирую. Ох, и все, я тут разминировал. Жаль, только они это... Спавнится по новой. А тебе пофигу, красава. Так. Это разбить нельзя, да? Жаль. Да, дропается, конечно, с них спавн тот, кто в Асгарде. Но вроде как должны этот спавн ресурсов. О, вот и где. Этот, изменить в будущем обновлении. Ну, там не только спавн ресурсов пофиксят, но и много чего изменится. Может, и эта пещера уже изменится, кто ж его знает. Да! Иди сюда. Какахин! Ну, я почти попал. В общем, я там что-то помахал. В общем, я почти попал по тебе. Что у нас здесь? Всякое говно. Отлично. О, там есть проход. Твою мать! Так, у нас вот там получается какой-то проход, и вот там какой-то проход. Да? Ну, а сначала сходим в то, что вниз. Ухи! Ухи! Да ладно вам, оттуда. Но хилок надо было брать побольше. Ладно, заюзаем бинтики. Скверны еще накапливаются, и хпшка уменьшается. Ну, а что поделаешь? Так, заодно заюзал благословение Митры. Тихо, не надо вот по мне бить. Отлично. Да, здесь можно было по-другому зайти, но мне лень. Было обходить, все равно сюда приперся. Отличненько. Вот здесь вообще ничего нету. Я смотрю, ни сундуков, вообще ничего нету. О, а ты что такой жирный?
Как поезд пассажирный. Тихо. Не надо вот это вот. А если я по тебе ударю? Тихо. А что забыл за звук? Отлично, вот он ключик. Не зря с вас гоняли. А, так, что здесь у меня выпало? Железная кирка, окей. Истребитель. А, урон 75. Ага. А, это я пленителя душ замочил, окей. Увечье, палач, легендарный силовое оружие. С виду смахивает на копье, но это вроде бы меч. И двуручный. Да. Вау. Да, ДПС все-таки еще от этой дубины. Все еще от этой дубины ДПС больше. Да. Всякая гадость мне дропается. Выкидываем. Кстати, да, мне 7 килотоса выпали. Ну, в сундуке заспавнили 7 килотоса, я их залутал, естественно. Так, а вот это вот мне интересно. Я ж там тоже до этого видел, где-то там подъемчик был, да? Угу. Просыпайся. Всякая гадость. Ну, слитка железа возьмем. Да чёсь, я их и так собираю. Ага, здесь тоже подъемчик. Ну, дроп, конечно, говна. Но что поделаешь. Ага, прикольно. Прям так красиво между мин прошел. Так и не заметил, сколько урона было. Здесь вроде бы ничего нету. Угу, вот, ну. Ну, слушай, нормально. Нормально. По урону пойдет, скажем так. Огненная вода пойдет. О, ржавый ключ. Взять все. Как говорится, не знаю, зачем он мне нужен, но он мне нужен. Так, вот так. Отлично. То есть мне нужно будет подняться на каждую лестницу. Окей, я понял. Сделаем. Отлично, еще один ключик. Хм, там было два, а здесь, здесь один есть. Все, да? То есть даже его и убивать не обязательно было. Окей. Тоже хорошо. Так, где у нас еще был подъем? Просто вообще все прошел. Просто по всему прошел. Так, бинты закончились? Бинты закончились. Ну все. Хоть слот освободил. Вот вода закончилась, это, конечно, да. Это, конечно, да. Но пока что и так хорошо. Где-то я видел вот они. Тихо. О, аж два сундучка. Говно. Семки. Пойдет. Обязательно надо будет их вырастить. Ну, ёб твою ж за ногу. Прикольно. Это вы прикольно придумали. То есть ты как бы без вариантов идешь сюда и на тебе подых. Ржавый ключ. Три штуки. Единственное, я вот не понял, я сейчас подобрал, не подобрал. Надо подождать, пока потухнет все это дело. Я не обязательно. Да, да, слышь, прикольно. Ты уже заспавнилась.
Еще старая не догорела, новая заспавнилась. Может, зараза. Ну, в общем, да. Я там залутал, по ходу дела. Потому что сундук не открывался, что-то. Будем считать, что я залутал. Пока что. А я опытовую за ногу. Так, оттуда я пришел. Да ёб твою ж... Окей. Я был там, получается. Я там везде прошелся, да? Да ёб твою ж за ногу. Ох, прикольно. Это однозначно прикольно. Что бы я ни говорил, мне это однозначно нравится. Так. Это ключ на месте, эти ключи на месте. То есть это... Опачки, дверь просто так открывается. Отлично. О, арена! Арена! Арена с чемпионом. Окей. Видел в интернете баги, как ее можно этот... Оглушить этого бойца. Ну и приручить, соответственно. Вот, на кровотечение пошло. Кстати, на них можно вот как раз использовать тех паучков, которые из нефрита делаем на столе Зара. О, Зата. Они накладывают яд. Это клево. 6. Обломки доспехов. 6 штук. Это очень мало. Потому что, насколько я знаю, потом они нужны будут для крафта. Для крафта шмоток. Так, оттуда я пришел. Ну, погнали смотреть, что здесь вообще у нас есть. Сундуков больше я не вижу. Конечно, арена дебильная. В том плане, что она огромная. И типа попробую еще найти, что здесь где лежит. О, там что-то интересное. Что-то, наверное, интересное, но я туда не могу пролезть. Да, здесь ничего нету и никого нету. Хотя вроде как должны были быть. Это просто стена. Так, туда потом сходим. Сейчас с другой стороны глянем, что там да где. Угу. Ну я просто слышал. Крякует. Отличненько. Что у нас здесь? Ага. Ай, всякий шлак. О! Доспехи чемпиона арены. О, интересно. Так, вот я про эти таблички-то и забыл. Надо повнимательнее быть. О, прикольно. А, да-да-да-да-да, тут же был этот Twitch Drops, и я получил этот трон. Не знаю зачем, но я его получил. У меня теперь есть ледяной трон. Это дается на аккаунт, ну, собственно, как и вся вот эта. Ну, в общем, Twitch Drop, прикольная фигня. Вот. Воу, доспех. 455, 260. 130. Так, 260 и 455. Угу. Угу. То есть она даже при таких показателях уже лучше. Потому что вроде бы как, типа, целый сет надеваешь, и она как-то брони дает побольше. Но это не точно. Так, где моя шапка? Вот моя шапка.
А, нет, 241, все так же. Черт его знает. Ну, смотри, как красавец, а? Вон даже. Есть всегда рог, из которого можно выпить. Так, ну здесь все нормально. Сюда не зря сгонял. Больше ничего нету, да? Угу, хорошо. Так, уже не зря сгонял. Уже что-то нашел. Так, вот такие вот он доспехи теперь у меня будут. Точнее, могу создавать. Но не фрагменты ли доспеха нужно туда? Не, вот это вот уже, точнее, обломки доспехов. И как их чинить? Вот эти вот. Вот это-то и проблема основная, может быть. Так, ну здесь не холодно, да? Здесь просто так выглядит, но мне не холодно. 26 градусов. Так, ну здесь и так светло. О, черный лед. Прикол. Прикол. Черный лед можно залутать. Ты уже на сколько? На 2 квадрата поушел, что ли? На 1,5. Ну, кстати, если что, можно и лед тогда похавать. Хм, но только не черный. И не желтый. Да. Ну, когда вода закончится. Ладно. О! Добрый вечер. О, твою мать, тихо. А вот это добрый вечер. Прикол. Прикольно. Ну, это работает на первое вот эти вот. С них можно еще эту кровь демонов лутать. Да, больше крови демонов. Зачем она мне? В таком количестве. Ладно, пофигу, все равно уже перевес ядреный. Пускай будет. О, и хор. Зато и хор. Так, вот это вот точно мне нафиг надо выкидывать. Это нафиг. Слишком много весит. Черный лед. У, да, черный лед весит 100. А. Ладно, лежи пока, все равно перевес. Отлично. Просто это. Если что, можно сделать вот так вот. Хоп, хоп, и нету перевес. Хотел сказать я. Ну ладно, почти нету перевеса. Ладно, пускай будет так. Прикольно. В общем, спутников всегда можно что-нибудь закинуть. Отлично, монетки. Погнали дальше. Офигеть, там что за бандура? И с кем-то она, что самое страшное, она с кем-то еще сражается, эта бандура. Так. О, кого-то захавали. Каминчик, что ли, был? Прикольно. А, не, просто колонна. Я уж думал, каминчик. Думал, нифига себе живете, козырно. Твою мать, там какая-то хрень здоровая просто до ужаса. Да иди ты взад. Вот, кстати, насчет яда. Точно, насчет яда. Вот, а давай-ка ее и вернем назад. Где ты там, дубиночка? Митры. Вот она. Хоп. И все. И красота. И хор, не знаю мне зачем, но пускай будет. Конечно, больше интересно, как они сюда затащили его. Откуда? Ой, добрый вечер. Там мамонт. Текс. То, что ты недружелюбный к своим сородичам, это, конечно, ёб твою ж за ногу. Это, конечно, прикол. Только синенький цвет. Ну давай, подходи, торопись, налетай. О, тихо. Живопись. Ах, твою мать. Ну ты гнида, из-под тишка ударил. А я у твоих сородичей добуду.
Мясо экзотическое. Так это обычные капы. Ох ты ж, ёб твою за ногу. А я думал, это скелетонские. Давай! Добей! Я не буду забирать твою... Ну, это, короче, заслугу. Красава. Дракозавр. О, ключик. А ключик какой? А, от всех дверей. Ядри, что растут дышки. Ну, такое. Ну, понятно, это просто для открытия сундука. А, да для открытия этого сундука. Меч джедайса. Вот так, да, поняли, у меня второй меч джедайса. Да, я истинный джедайс. Ай-яй-яй-яй-яй. Зачем у меня? Свечение увечьем 71. Ну, типа прикольно. И вот только и для этого это и нужно. Да все, убираю его уже. Все равно ДПС не очень с тебя. Не, если бы вот он еще бы поджигал бы врагов. О, вот это был кайф. А, погоди. Здесь же кто-то был. А, возможно, он просто торчал из этого. Тоже хорошо. Паук сдохший. Сдохший. Значит, хорошо. Да, вон его жопа просто торчала. Он вот отсюда вот это паука завалил. Красава. Я бы тебя не убивал, но я тебя убью. Их два. А добрый вечер. В атаке. А, так вы же дрищевые. Обычные, что ли? Ну, тогда разбирайся. Я тебе доверяю полностью в этом деле. Я пока там что-то пытался делать, это просто уже мама-то разобрала. О, кайф. Так, отлично. Кристаллического стража. Ну, тоже пойдет. Слиточки. Разбирать не, мне лень. Отлично. Взять все. Взять все. Так. Это не нужно. О, взять все. Ну, пригодится. Не знаю, зачем мне я взял. Вот это сундучка. О, хавка. А хавка это дает воду. Ладно, давай стекло возьмем. Чё. О! Урон спутника. Отлично. Всяк мне меньше делать. О, и еще монеток. Горсточка. Это хорошо. Горсточка монеток, это всегда хорошо. А, голова кристаллического стража. А, подожди, у меня голова и так была. Мне остальное нужно было. Ну ладно, бог с ним. Когда-нибудь я соберу полностью кристаллического стража. Когда-нибудь. Так, что мне здесь надропалось интересного? Интересного, что мне надропалось? Щит, понятное дело. Вот. А так, куча всякого хлама. Что у меня, вода и еда? Вот, отлично. Как раз вовремя. Переносимый вес. Хоп! Ну ладно. Не сильно-то уж он вода пополнил. Сделаем чутка себе попрохладнее. Но все-таки, может, в ледяной пещере. Давай помёрзнем чуть-чуть. Ну, главное пытаться. Ух ты, скотина! Ну, главное пытаться, я же говорю. Ой, да уж. Брожу я по этой пещере уже час почти. Трудом. Это самая долгая серия будет. Э! Выходи! Проснись! Ну, тоже же его видите, да? Там стоит какой-то демон. Ну и пускай себе стоит, козел. Не обращает на меня внимания. Нет бы вот выбраться. Чё-то я очкую. Ага.
Типа барьер, я обратно не смогу выйти. Пока, наверное, не завалю его, да? Может, такая зеленая это? Я на нее смотрел, думал, она смахивает как на барьер больше. Через который ты заходишь, и больше твой персонаж не это. И не то. И не все. Твою мать, сраная ловушка. О-о-о, ты нифига себе бешеный какой, дурный. Сколько хп? Ты че, дурак? Благо кровотечение на тебя накладывается. Кровотечение скверно. Да я вообще огонь клинки взял. Я вообще добрал на чемпиона эти клинки. Обалдеть. Че-то мне не нравится, что он выпрямился. Нет, у меня такое ощущение, или он вырос? Он как будто это во вторую стадию какую-то перешел, да? Э, слышь! Мадаму пинать на ты и тварь! Заступник дворца. Башка летает, просорян. Перед монитором летает, бесит меня. Ай, блин. Откроешь, так называется, окошко на проветривание. А? Подожди, новая стадия? Ну так-то не кисло. Дурак. У нее хп много, а я-то нет. Ну ты и козел. Добей его! Красава, блин, я на шипы наступил. О, обломки, кайф! Чик! О, шипы дебильные. Так. Протухшее мясо, протухшее мясо, протухшее мясо. Спасибо, не надо было. Обломки, это хорошо, 19 обломков вообще. А что я еще там с него дропнул? О, бляха-муха, вот моя память короткая. Тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик. Было-было. Лук тем более было. Это все было. Ха, черт его знает, что с него еще там дропнулось мне. В записи надо пересматривать будет. Кстати, говно. А, во! Позолоченная урна. Сокровище! Дорогая урнская зонка. О, это сокровище, которое я могу поставить. О, мина. Прикольно. Это интересно. Так, теперь вопрос, куда мне пройти? Давай попробуем пройти сюда. Угу. Отсюда я, наверное, зашел. Угу. Интересно. А, ключ удаленное снаряжение. Два обломка, всякий хлам. Может это... О, кстати, пройти не может. Прикол. Телепортнулся. А какой ключ удалился из снаряжения? Ржавый ключ. Прикольно. То есть я здесь могу открыть три. Да, вот ржавый ключ удалено. И здесь какой-то хлам подлутать. Угу. Ну, хлам. Понятно. Про что я имею в виду? Так, там вход. И здесь вот три. Ай, ёб твою ж за ногу. То есть здесь просто пофармить немножечко еще обломков. Не, ну костяные стрелы, это, конечно, было вообще супер. Это вот прям перфекто, то, что нужно. Прям, ох, красота, огонь, просто замечательно. Так, это говно выкинуть. О, а ладно, эти пускай будут. Ай, ладно, тоже пускай будут. Так. Вот там есть и вход. Там, наверное, продолжение. А вот здесь мне нужен еще один ржавый ключ. Требуется ржавый ключ, да. То есть это просто арена. Ну, опять-таки же, я 4 только залутал. Видать, где-то что-то пропустил.
Пум-пум. Так, нет, не туда. Вот туда, наверное. Да? Кто бы еще помнил? Куда? Мне надо идти. Ха! Окей. Погнали обратно. Если знаешь неверный путь, значит ты знаешь, куда нужно идти. Опа, настоять. Мастер-оружейник. Оружие Творца Войн. Во Владимирном музее оружие Творца Войн, мастер... А, старший мастер-оружейник. Они все заглавны были. О! Мол, а это вот то, что было этого, и клинок. Интересно. И что там еще? Мастер-оружейник. Старший мастер-оружейник. О, вот оно что. А, накладывает повышение урона. О, понятно. Так, а здесь я изучил. Старший мастер-оружейник. Ну да, вот. Получается, облегчает. А, ну понятно, урон, прочность и это. Так, погоди. Вот она. Доспехи богоборца. Старший мастер-броник. Богоборца. Вот они. 200, 350. Ну, слушай. А, вот. 264. Так, здесь у нас 200. 264. 220. Ага. И у них получается, вот эти дают защиту от холода. Как я понял. Ну, это же от холода защита. А вот эти дают защиту от жары. Но у них разные броня. То есть здесь 110. 132, то есть самая лучшая броня, это вот эта вот, которая от холода защищает. Ну, кстати, она мне пригодится, у меня ледяные пещеры, там ждут, не дождутся. Я туда хочу сгонять. Вот это прикольно. Это вот ржавые, так, это шлем. А это прохладный шлем, вот. То есть мне нужен обычный сет. Вот, окей. Ну, вот на него я точно думаю, что нужно будет это... Ший. Вот, старший броник, вот он. Старший броник, ну это уже бронепластины. Тоже как бы к этому, да. Ну, я точно не отсюда заходил. Так что, во. Прошли. Я что, получается, кругаля, да, сделал? Интересно. Я сейчас случаем не свалюсь туда, где я пытался пройти. Серьезно. Да ну нафиг. Вот этот прикол. Реально я вернулся туда, где, помните, я пытался... Да, клёво. Клёво. Погнали дальше. То есть, по сути, я могу сейчас сделать кругаля, и может он заспавнится, раз вот эти все заспавнили, да, могут они это и заспавниться. Да, то есть здесь вот ржавые ключи лутать, и все в таком духе. Угу. Только единственное, что... Я, получается... Я ж куда-то вроде бы не прошелся, да? Нет, вот сюда я прошелся. Это вот арена. О, кстати, арена.
Заспавнилась! Отлично. Да насрать на нее! Погнали! Так, шве... Чё ты, твою мать? Вот скелетов сюда притащил. Ну, я могу, конечно. Тихо, тихо, тихо. Я еще хилку не заюзал. Так, ну ты уже там кого-нибудь хотя бы начни валить. Да-да-да, давай уже, давай хоть кого-нибудь завали. А то и хилку заюзать не могу. Так, ну хоть что-то. Отлично. Давай, юзай хилку. Отлично. Вот это тупость, так тупость. Это только я так могу. Кимерлийский берсерк отвалился. Я что-то не заметил, сколько у нее здоровья. Ведь специально в правый угол отмечал, сколько здоровья у нее. Тихо. Хватит. Ну, кровотечение делает свое дело. Вы же помните, как я вот эту дубину первую получил? Ее вообще можно получить просто тупо каменными кинжалами. Вот и здесь также. А здесь еще и хорошие кинжалы. Тихо, тихо, твою мать. Пару раз под ее удар попадешь и все. Может, ты уже сдохнешь от кровотечения? Спасибо. Ой, форманул называется. Доспехи? Черт побери. Мой кимерийский берстерк отвалилась. Ну что поделаешь? Вот такой вот я. Ключ от арены. А нафига мне ключ от арены? Скотина. Ну вот тут скотина же. Скотина ты. Кстати, может я это... Не дропается ничего. Эх, беда, печаль-то, страдания. Вот такой я. Горе. Воин. Ладно. Зато есть повод другого кимерийского берсерка себе приручить. Почему бы нет? Так. Ну я опять отсюда зашел. Но! Я не нашел, куда использовать вот этот. Ключ открывает дверь подземелья святилища Дворца Воина. Дверь подземелья. Но я не нашел, где она открывает. Я с ним соло не справлюсь. Я с драконом как бы справился кое-как, бегая по кругу. С этим я в соло точно не справлюсь. Да и что мне там делать? Формально тетя, ну, у меня ключей нету. В общем, где этот ключ использовать, я надеюсь, вы мне напишите в комментариях. Вот этот ключ. Потому что я, честно, не знаю. И, кстати, второй сундук около дракона не заспавнился. То есть я вот дракончик-то здесь завалил. Да, я вот его разобрал, но сундук с оружкой не заспавнился. Поэтому теперь у меня два ключа. Ну, как бы это все фигня. И, кстати, а где мамонты? Я мамонтов не встречал. А, вот они! Господи. Я их просто не видел. В общем, как-то непонятно все это дело. И у этих ничего не заспавнилось. Вот все, что я лутал, и все, что я не лутал, так и осталось. Ну, то есть надо выходить из пещеры и потом заходить в пещеру по новой. Так сказать, чтобы было все по уму, по делу. Тогда будет все спавниться. О, здесь тоже вот какой-то пустой.
Но с тем я точно не справлюсь. Он меня раскатает. Какая же тупость. Не знаю, куда ключ пихать, короче. Кстати, вот вышел, и статуэтки исчезли все. Я не знаю, будут они появляться потом или нет, но как-то вот так. В общем, не знаю, как это работает. Но одно могу сказать, тикать надо отсюда. В соло это все дело проходить, ну такое себе. Главное, что? Правильно, мансить отстрел. Ну вот, вышел я из пещеры, как бы без казусов, можно так сказать, почти. Берсерка потерял, ну а что поделаешь. В следующий раз подготавливаться нужно, однозначно лучше. Ну и что самое главное, я так и не понял, почему откажется, она хиляется. По единичке была хилялка. Непонятно. Непонятно также с ключом, что-то когда где. Вот, притомить нового это вообще не проблема, да и такие у меня есть. В общем, посмотрим, что когда где. Сходим сюда, понятное дело, и не раз, за кадром или нет, не знаю, но как-то так. Что будет дальше, посмотрим. Ну а на сегодня, уже как говорится, я с вами буду, пожалуй, прощаться. Как говорится, всем спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, комментировать мне, конечно, делиться моими видео с своими друзьями. Это все. Всем удачи, всем пока, всем счастливого добра, всем пока.